Добрый день, друзья. Добрый день. Игорь Жабский представляет. Сегодня 20 июля 2018 года. Я вечером пришел на Сенькину шапку проведать своих друзей, щитоморников. На обычном месте их не оказалось. Я спускаюсь вниз. Они, вот они, голубчики, ждут меня внизу. Вот один уползает. Один лежит. Вон они там головами трясут. Я нахожусь рядом. Сейчас попытаюсь дотронуться до него. Вот вы сейчас увидите мою руку. Вот моя рука. Вот я дотронулся до него. Это молодые особи. Сейчас мы заглянем к ним поближе. Вот они. Подняли головки. Одна голова и вторая голова. Лежат, греются. Камни теплые. Сегодня было жарко. И вот они вылезли погреться. Я постараюсь вообще туда засунуть фотоаппарат. Вот они. Вот и второй пополз. Сейчас я его поглажу. Вот я его глажу. Вот и он скрылся. Расщелине, вот они ползают. И второй, нет, второй, вот он, а вон второй. Все, поднялись в свои дебри. Ага, один еще не уполз. Вот он. Давайте-ка мы к нему ближе, вот так вот. Вот он. Ну, брал головку. Все, не буду вас тревожить. Пока, друзья мои, пока. Проведал вас. И достаточно. До свидания.